если выпадет Керрич Клау, это просто будет легендарно. Это кейс, будет... это считай, излимитировано. Если выпадет Керрич Клау, ты мне дэшу. Ну вообще, это твоя про. Керрич, стоп! Я просто в шоке! Ведь я по приколу попросил Артема Рика сделать мне прокачку. И я просто офигел, когда Рикардо Билос написал мне, ну, давай, прокачаю. И сегодня в ролике я буду в роли того, кого прокачивают, потому что меня будет прокачивать Артем Рик. Огромное ему спасибо, вы можете за это подписаться на его канал, поставить лайк. Я честно не ожидал, что он согласится, но сегодня я буду в прокачке. Это очень круто, я всегда хотел быть в прокачке, потому что я всегда прокачиваю подписчиков, и скоро будет прокачка подписчика. И если ты хочешь попасть в прокачку подписчика, тебе нужно просто прямо сейчас спуститься вниз, подписаться на мой канал, поставить лайк и досмотреть ролик до конца. Как только на канале будет 1 миллион и 180 тысяч подписчиков, я выпускаю для вас прокачку. Ребята, я болею, к сожалению, и записываю ролики для вас, поэтому надеюсь, поставите лайкосик и подпишитесь, и скоро прокачка, так что приятного просмотра, приятного аппетита, ну, тянуть не буду, погнали к ролику. Прокачка от Рика получилась реально в мексиканском топовом стиле, так что let's go. Артём, ты реально меня сейчас будешь прокачивать? Привет, подписчики. Походу, да, сегодня я буду прокачивать вот этого маленького засранца с этим. О, подожди, так это надо продавать сразу. За сколько? Не только! А, просто прокачка? А, ладно, я думал. Погоди, а вообще, откуда у тебя случился такой приступ доброты резкий? Я потому что... Ты меня сам попросил, ты что, рофли, что ли? Кому ты тут это самое, доброты? Меня попросили. Не-не-не-не-не. Меня заставили, прикиньте, короче. Ну я по приколу, попросил, а ты реально меня решил прокачать. Подожди, можно не прокачать, я правильно понимаю? Прокачай уже. Ну ладно. Ну я думал, у меня есть выбор. Ладно, выбора, походу, снова нету. Ой, что-то я заболел. Так я тебе прокачиваю аккаунт, потом я оставляю себе. Мы же так договорились вроде. О, ты будешь на моем аккаунте играть? Да, прикинь. Ну, в принципе, братанчик, только звание не сливай. Ты что, рофлишь, я тебя забущу. О, так у меня звание даже выше. Короче, забущу, все нормалечек. Погоди, а ты сейчас реально мне даже задоначишь? Сколько тебе закинуть, скажи, капитанчик? Сколько тебе голды закинуть? Ну, можешь все свои деньги закинуть. Все мои деньги? 500 рублей закинуть? Ты что, реально, что ли, не шутишь? Давай. Две секундочки. О, 3000 голды, Артём! Капитончик, ну пожалуйста, все. Странно, я вроде на 500 рублей донил, 3000 получил. А ты только 3000 мне закинешь? Блин, ну капитончик, ну мы попозже, может быть... Погоди, а у меня, кстати, когда мы записывали ролик, когда мы сели, у меня было 0 голды, ты уже 6к закинул? Нифига, спасибо, Артёмчик. Так, конечно, ну все для любимого Купидончика. Я тут подумал, это еще не все. Дай мне буквально реально? 2 секундочки, 2 секундочки. О, 9000 голды! Я, блин, оказывается, так приятно, когда тебя прокачивают, вот сидишь такой просто смотришь потом на ты эту. Потом прокачаешь мой аккаунт, только не на 9000, а на 1050 хотя бы. А давайте, если много лайков соберется, я потом тоже твой аккаунт, давай прокачаю. Реально, сколько лайков? 9000 лайков. Нет, это слишком вообще много. Может уж подписчика? Что? А может мы с тобой вместе подписчика прокачаем? О, это потом. Тоже имба идеечка, я думаю. Наберите. Тогда, ребята, роликом. Набирайте много лайков. А что мы будем делать на 9000 голды, ты уже придумал? Да, я хочу купить что-то из Nameless коллекции, сразу же, чекай. Ну тебе, кстати, что-то, по-моему, не хватает, немножко, Валёха. Ладно, тогда что-то другое давайте, давайте по кейсикам. А может мы реально сегодня что-то из Nameless коллекции купим? Это было бы прикольно. А погнали, реально купим сегодня что-то из Nameless. А, подожди, ты что, с ума сошел, что ли? Ты знаешь, сколько это стоит? Ты что, рофли, что ли? Какой? Давай я тебе куплю самые мои любимые кейсечки. Просто сразу же 5 фейбл кейсечков. Просто. Но если... А, то есть начинаю с фейбл. Окей, давай бабочку, давай бабочку. Я бы бабочку очень хотел. Блин, капитан. Ну, что я? Это что за прокачка? Какой же 22 старфул? Да подожди, подожди. Я хочу бабочку трэш. Трэжер Хантер. Чего? Ладно, пофиг, ща. Походу разберемся, значит, погнали. Блин, капитан. Что-то, по-моему, это не очень на бабочку похоже, тебе не кажется? Блин, да, кстати, да, что-то не получается, Купидонов. О, Сарфал, ты хотел бабочку, по-моему, уже... Блин. Ну это, по-моему, уже чем-то похоже на бабочку немножко. Вот. Не, уже лучше, есть хвост какие-то. Ну вот она близко.
Вообще не близко, кстати, по-моему, даже ни одной леги не пролетело, ни одной аркан. Что-то я не хочу фейбл кейсы. Давай не фейбл кейсы. Это не скам кейсы. Так, смотри, если ты говоришь, что не фейбл кейсы, значит нам точно нужно дальше открывать фейбл кейсы. Еще 5 фейбл кейсов Это ГГ. А давай лучше пооткрываем эти кейсы, которые удалили из игры, которые дорогущие, так интереснее. Ты куда встал? Я не понял, Гипидон. Ты что, будешь драться, что ли? Ты что, Супермен, Рикардо? Я позвал свою подружечку, чтобы она мне подфартила. Чекай, кого я нашел? Это кто? Это мистер... Подписчики! Нет, это не подписчики, это подушка, я просто забыл, как зовут. Мистер Сушенко. Нам нужно выбить... Пожалуйста! Я так хотел хотя бы одну аркадочку какую-то. Ты хочешь арканы? Да ты вообще что ли? Зачем тебе нужны арканы? Самурай! Бабочка! Да чё игра меня так троллит? За что? Я же всегда в тундов любил донатить на кейсике. А мне она не дает ножики. Капитончик, да. Ох, кстати, подожди. Это третий Tech Nine, по-моему, выпал только что. Чек. Ну я, кстати, с Tech Nine редко играю. Я больше люблю Дигл. Блин. Давай лучше Дигл. Дигл Якудза статрекич. О, кстати, статрек эпик. Погнали пооткроем какие-то кейсы, которые эти, лимитированные. Лимитированные кейсики, удаленные, запрещенные, лимитированные. О, а давай купим один Хэллоуин стикер пак, и на остальное купим... лимитированных кейсиков. Давай Rival кейсы купим. Погнали, сразу же просто покупаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Rival кейсы. Это получается мы сколько? Почти 10 кейсов можем открыть, да? Rival. Можем купить, давай, 2 Фуриуса. Погнали. О, давай лучше, да, разнообразие. И Rival. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. 7 Rival кейсиков. Ой-ой-ой-ой. Артёма, тебе вообще не жалко голду? Нам же, скорее всего, ничего не выпадет. Об этом я не подумал, кстати. А что ты так поздно спросил? Блин, нам не хватает на Скорпион кейсик, но потом что-то продадим. А давайте сразу же продадим Tech Nine 1 и купим Скорпион кейсик еще. Тебе придется 2, кстати, продать, по-моему. Я верю, что я вот открываю эти Hello Sticker пахи на своих аккаунтах, и когда-то мне выпадет Gold School. Вот есть такое ощущение? Не сомневайся, Купидона, тебе он даже сегодня может выпасть. Или нет? Купите Tech Nine, нужна голда, голды нет. Дайте голды на кейсик. Так, все, мы продали все. 135 голды должен хватить на Скорпион. Там было 130, ты что, рофлите что ли? Все, нам теперь хватает на все почти удаленные кейсики, кроме гитбокса, кроме Halo and Charm коллекции, кроме Origin кейсиков. В остальном у нас тут 9 давай, шикарных... Давай Хэллоуин в конце, давай сначала блин, эти обычные. Блин, ну Купидончик, да давай с Хэллоуина начнем, сейчас падает просто. Не, давай в конце, я просто хочу, вас понял, потратить удачу фиговую на обычных кейсах, и потом открыть этот и просто выбить. Сейчас что-то топовое. Давай начнем с Фуриуса. Мне, кстати, с Фуриуса выпал Керамбит Драгон Глаз один раз. Когда? Ну, когда мы записывали битву кейсов. Когда? У Ивандеза дома. Ты хотел сказать, я правильно понимаю? Когда-то давно. Битву кейсов? Ты подожди, да, было такое. Ну, где-то месяца 2-3 назад. О, Настик Лего из удаленного кейса! Ты чё, рофли, что ли? Это же вообще фигнюшечка. Нет, да Rival Case, он же недорогой. Леги тут тоже еще недорогие. Хотя, Дигл Dragon Glass, кстати, мне кажется, будет стоить рано или поздно очень-очень дорого. Ну, Дигл, он сам по себе должен дорого стоить, он же топовый. Тоже так. Давай, малышечка, подкрути мне удачи, чтобы мне выпали дорогие скинчики из Furious Case, чтобы выпал керамбитик. Блин, Капитончик, по-моему, прокачка идет у нас пока что. По-моему, в Дофе открывать кейсы, это было как-то глупой затеей на 9000 голды. Я верю, что мы что-то выбьем от 100%. Один Хэллоуин стикерпак нас просто может окупить, ну, моментально. Потом еще из Фуриус коллекции может упасть что-то жесткое. Так что не трать блин, свою Фуриус, веру. Если выпадет Керрич Клау, это просто будет легендарно. Это кейс будет... это, считай, изремонтировано. Если выпадет Керрич Клау, ты мне дэшу. Ну, вообще, твоя про... Керрич, что? Керрич из удаленного кейса! Я сказал любой керамбит! Я сказал любой керамбит, а дашь керамбит? Нет, это ты сказал проклав, Капитоныч, ну ты уже сказал, что ты мне его... Всё, Артём, спасибо за прокачку, мне уже нравится она! Ну, подожди, керамбит только мне отдайте, блин! А сколько он вообще, кстати, стоит? Так, погнали, сколько стоит, кстати? 3500 долларов! 3500! Ну, посмотрите, слушай, какой он шикарненький, он шикарный, он очень прикольный. Он нам, по сути, купил все кейсы, кроме Хэллоуин стикерпака. Не, он все, спасибо, Артём. Он прикольненький, он реально купил все кейсы. Ой-ой-ой, а если мы сейчас давай... что-то выбьем? А прикинь, сейчас
Еще Gold School выбьем, это вообще просто будет легендарная прокачка. Хотя бы какую-то леку, вообще даже не обязательно Gold School. Вот все, все из нижнего ряда, если сейчас что-то выпадет. Да, 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 нам вообще любой скинчик из низ, ну желательно что-то красненькое или розовое. Ну на крае можно фиолетовое, ну фу. Вот ладно, я, кстати, потом... сейчас как будто чувствую, что что-то выпадет. Вот не знаю, почему есть такое предчувствие. Блин, ну блин, шанс на аркан 0.20, 0.20. Когда-то выпадет, когда-то мне Gold School выпадет, я открою все Хэллоуин Секер Пайк, которые есть на рынке, когда-то я его выбью. Ну, кстати, 2% шанс на Лего, ну, в принципе, неплохой шанс. И на Эпик целых 15%, так что погнали открывать, ты готов? То есть у нас есть 17% шанса купиться. Да, я готов, открывай, 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 да, погнали. Да, у нас есть 17%, 17%, погнали, поехали. Страшно, капец. Панишер пролетел и эпики и выпал левел Пампкин. Но, слушай, хотя бы... Зато керабит, зато керабит. Зато керабитик выпал. Керабить что-то на джиджишке? На джиджишке, неужели это такая дорогая прокачка? Это будет очень дорогая прокачка. Не, все. Слушай, а мне нравятся, Артём, твои предложения. Погнали. О, ребята, Артём мне закинул 1000 рублей на джиджишку. Я могу сам эту 1000 потратить, да? Да, 1000 тратишь ты, именно ты. Потому что у меня, кстати, мало опыта в прокачке. Кстати, вот это мой любимый кейсик на джиджишке. Его опять вернули, наконец-то. Кейс Ева Эльфи. Ева Эльфи, если ты смотришь этот ролик, напиши мне. Я хочу снять с тобой видео. Это стендоферша, что ли, какая-то? Ну да, она скоро, надеюсь, будет популярной в стендофе. Смотри, тут есть такой кейс Человек-паук. Смотри, ввожу сюда вот этот перкотик. У меня просто остался. Мы на халяву сейчас... Опа, за 0 рублей. Ну я шарю, я шарю, я шарю в джиджишке уже. Прошарили, не знаю, промокотики. И сейчас его должен, по сути, бесплатно открыть. Ой, я это и делаю, кстати. О, за трек ФАМАС! Он, кстати, стоит 1000 голды. Сколько он стоит? Нет, это... Ну, 47, давай продадим. Так. Блин, так, ну на халяву, отлично же, слушай. А сколько ты мне, кстати, закинул? Прошу. Сейчас чекну. 1000 купидончик. Не-не-не, ты, возможно, чуть поменьше закинул. Логово супер деталей. О, реально, кстати, 1000. А ты что, без промика закинул? Нет, ты чё, ну, нет, блин, походу, да, ты чё, ничего? Ты рофлишь! Артём, мы могли больше, блин, получить! Да. Ну ладно, кстати, чаром спуки латерн. Нормально. За 600 рублей. Короче, Артём, если бы ты вёл сюда вот этот промокод КАП4, у нас бы было 1350 рублей на балансике. Ах, Артём. Ты только сейчас рассказал, капитон. Ладно, давай наконец-то пооткрываем мой любимый кейс. Ева Эльфи. Со 40 поехали, рублей, поехали. Сразу 50 штук. Не знаю, штук. Кто это, но поехали. Ты реально не знаешь, кто такая Ева Эльфи? Ну я же говорю, стендоферша может быть какая-то, я не шарю. 27 ребята, рублей? Напишите, слушайте, отлично. А напишите в комментах, вы шарите, кто такая Ева Эльфи или нет? 480 рублей купил! Настик Ева Эльфи! А сколько стоит спасибо. Один кейс? Сколько стоит один? Сейчас скажу. 8 рублей, халява. 8 смотри. Рублей, ты с 8 рублей 480 поднял. Братик, я просто шарю уже за джиджишку, я знаю, как здесь окупаться. Вот этот кейс мы точно не открываем. Открываем лучше вот этот там, кейс. Там диглы есть? Вот этот лучше кейс. Там есть диглы. Да мы просто кейс с диглом открываем, 5 диглов. Настик! Дигл за 500 статрековский. 30 рублей, а сколько стоит один кейс? Подождите, что-то я ничего не понял. 34, ну ребятки, как бы джиджишечка, я уже прошаренный, какие кейсы надо крутить. Так. То есть 5 кейсов 150 рублей мы выбили... На 400 рублей, ничего себе. Давай откроем кейс. Вот этот, да. И что думаешь? А-а-а. Короче, тут может выпасть либо вот дешевая штука, либо дорогая. Но он стоит 650 рублей. Блин, ну это риск. Пофиг. А погнали. А. На балансе уже 290 осталось. Ну нифига ты, капитанчик, тик, вообще просто лютый ножичек. Стой. А, это Starfall. А, ну нормально, кстати, окупились. А. На 100 рублей в плюсе. В принципе, хорошо, да. Это лучше, чем... Кейс-мажор хватает? Блин, а кейс-мажор не хватает. Значит, тогда кейс-бомж, потому что кейс-бомж, ты приходишь сейчас бомжом, мы, уходишь мажором. Сказать, или еще больше бомжом. Ты не думал об этом? Опа! Эмочка, сюда, лут! 70 не, братик, рублей. Кейс бомжа сегодня нас вытаскивает из ямы. Слушайте, что-то лютый окуп пока что получается. Кстати, а ты реально мне прям все это выведешь? Нет. Я хотел прокачку. А, давай кейс же чистотопа просто. Так это же даже не мой аккаунт, я же тебе на аккаунт задал. А, кстати, да, так я сам могу вывести, ты же мне на аккаунт закидал. Топчик. Легаси, давай!
Спасибо, Артём. Сколько на 2200? В стадофе вы ничего не выбили? Ну это за 200. Так, давай сейчас просто все предметы закинем в контрактик. У нас получается сколько? Ага. На 5000! Артём, что думаешь по этому? Мы можем выбить до 5000 что-то? Не, мы закинули на 5к, до 5000? А можем выбить до 20. 5000 колты? Нифига. Блин, а давай себе за 20 тысяч купишь мне на МЛ скинчик, Артём? Жесть. Ну ладно, давайте попробуем. Ну там от 1000 до 20 тысяч. Ну, ладно, такое, сейчас создаем контракт. Надеюсь, сейчас выпадет что-то подороже. Блублат, это сколько стоит? А, так это окуп! 7300! Ну, я знаю, куда надо идти. Окупим, получается. Надо идти в профиль. Блин, капитончик, что-то страшное. Страшный капитончик. Давай апгрейдик. Апгрейдик? Блин, стрёмно вообще-то. Прикиньте. Ну можем какой-то, потерять. Можем какой-то лайтовый скин, если боишься. Можем чисто юспик. Давай, а за 10 тысяч. А ну, сколько? Шанс. Ну 75. Мы скрафтим 100%, ну, скорее всего. Юспик можно, да. Чё, ну, крафтим? Я бы сказал 75. Да, давай. Да не ссы, мы скрафтим, я уже столько крафтов сделал успешных. Правда, пару раз слил, но надеюсь, в этот раз повезет. Все, делаем апгрейд и надо момент истины. Надо вовремя останавливаться. Стой! Все. Видишь, Артём, ну кто тут папочка джиджишечки? Кто это делает? Кто делает грязь? Кстати, у меня есть FNFA Laser, я его с джиджишки выбил. Вот это вот FNFA-чик. Ну давай его себе скачаем. Реально? Недавно? Пускай у меня будет фоточка FNFA-а. Так. Фоточка FNFA-а. Ну давай тогда, собственно. Так, давай выводим. Ладно, ребят, давайте мы сейчас поставим на вывод. Уже включимся, когда будет вывод. В общем, ребятки, мы поставили на вывод. Вот у нас, жмем кнопочку, готово. Купим Небло скинчик какой-то сегодня. Да ты рофлишь. Ну если только какой-то чарм, почмак, я не знаю, или V2. V2? А лапочку? Чарм V2, какой V2? Ты что? Что за скам? Ладно, ребята, в общем, ждем вывод, жижишечки. Ты же сам согласился. Не, ребята, кажется, так приятно, когда ты в прокачке, поэтому подписывайтесь на канал, потому что скоро будет прокачка подписчика, и, возможно, буду прокачивать вас. Питончик, колдишечка твоя уже на месте. Все, выявил чужишечку. Спасибо, Артём. А на что потратил? Это же не я выводил, ты шарофишь. Мы сейчас с тобой откроем 100 фейбл кейсиков. Нет, какие 100, нет! Давай лучше купим какой-то NML скин, пожалуйста. Да ты рофлишь, что 10067... Да окей, давай так. Если мы найдем хотя бы один скин за 10067 голды, мы просто покупаем. Сразу же сходу покупаем 10067. А, блин, не задача, смотри. Погоди, у меня есть из NML коллекции Юсп Генезис. Так, ну стой, давай, ну давай посмотрим, что у тебя есть из NML коллекции. Ого, капитончик! Меня... Ну подожди, у тебя почти весь Немлис коллекции. Не хочешь мне прокачку сделать, капитончик? Да! У меня из оружия нет только Авика. И Авика. Тража Хантера. Авика В2 и тычков Хармони. Ты не хочешь, ну вот, что-то из этого мне купить, пожалуйста, Хочу Артём. Купить себе тычки Хармони и Авик Тража Хантера. Давай! Можно купить? Ты чё, рофли, что ли? Какой ты чё? Не, давай, давай потом, давай ты вот мне купишь Avic Sport V2, я тебе потом куплю Avic Sport обычный. Ну там 47 тысяч, точно? Это выгодно. Точно? Это выгодно. Один купишь? Ты чё, рофли, что ли, Купидон? Могу даже два. Ты чё? Ты даже не шутишь? Звучит как будто идеальный скам, типа я трачу 4 тысячи голды. А не, ты трачешь 4 тысячи, а я трачу 40 тысяч. А давай? Давай просто купим Avic Sport V2, пожалуйста. Не, блин. Нам не хватает всего 37 тысяч. Все больше, что? Ладно, я добавлю 1000. Всего лишь? А ты 36 еще. Ты добавишь 36, а я добавлю 1000. А давай, договорили. Ты что, вообще что? Реально? Все. Давай купим тебе Avic Sport V2, но ты добавишь, я не всю сумму тебе закину. Но потом ты сделаешь мне прокачку, и ты купишь рандомный мне какой-то скинчик из Nameless коллекции. О, можем, знаешь, какой ролик записать с симулятором кейсов? И там открыть Nameless кейс. Имба, все, вот теперь, вот это отлично, договорились. Короче, ребята, ой, как я стал, болею. Ждите ролик тогда и этот потом на канале. И что, ты мне сейчас реально сдаешь навик? Не, ну, нет, в таком случае я согласен, если потом ты будешь мне покупать что-то из Nameless коллекции, слушайте. Давай, я согласен, надеюсь, там выпадет какой-то FNFA Laser. Блин, капитан, всю мою зарплату опять придется тратить на навик. Братик, ну зато это тебе обязательно вернется. О, договорились. Все, получается, да. Ребят, надо за такое все подписаться на Рика. И вообще подписаться, потому что мы, возможно, потом с Рика будем прокачивать подписчика. Я думаю, это будет легендарная прокачка. 100%! Капитончик на твоем балансе. Артём! 49 тысяч голды, просто... Я в шоке!
Реально, что ли? Ты видел хотя бы хоть раз такую сумму голды? Ну, вообще, да, но... А, я в шоке! 50 тысяч голды! Ну, а я-то в каком шоке, капитончик? Короче, берем... А, чека, какой авик за 47 тысяч! Подожди, так тут давай его купим, это аркана! Быстренько чекнем, сколько стоит эта наклейка. Она стоит, по-моему, очень... 24 тысячи голды! Артём, покупай, покупай быстрее, пока не выкупили, пока он не снял! Покупай, 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 покупай! Коллекция! Быстренько, быстренько, быстренько! Быстренько. Давай, покупать? давай. Точно купить? Покупать? Да, да, покупай быстрее, 25 как ты, да, да. А, не хочу покупать. Сейчас отменит, куплю, купи пока. Куплю. Ладно, покупаю. Та-та! Да, 47 спасибо! Нет. Шланг! Ты что, мне никнейм поменял? Какой шланг? А стой, давай, зайди на этот авик, Не, нажми стереть. Стереть? Наклейку? Ну вот эти стикеры, давай, ты можешь их стереть? Давай обклеим какими-то топовыми. Нет, я так и знал, сейчас троллить меня будешь. Нет, давай стикеры в 2 стерил. Топчик подходит, ты что, рофли, что ли? Не, я хочу сейчас топовую вещь одну сделать. Так, отклеить, ладно, окей, отклеить. Стираем, стереть. Ой, мне даже как-то страшно на самом деле стирать Артём, наклеечки. Спасибо, на самом деле, это реально не топчик. Что, не за что, Купидонов, не переживай, ты буду хранить уберешь. Теперь этот авик. Даже больше. У меня был авик Sport V2 с Панишером, и я его Коте подарил. Нет, давай не эти, зайди на рынок, зайди так на рынок. Так у тебя голды, 1200 голды, ты еще рофлишь, что ли? Кисы, сейчас, зайди на рынок, наклейки. Gold School. Так, не, пониже. Блин. Ладно, давай только эту наклейку оставим, пофиг. Просто она дорогая, понял? Так вот, смотри, они еще переливаются. Упс. А, ну давай 3 штучки купим, обклеим, я думаю, прикольно будет смотреться. Ой-ой-ой. По-моему, кстати, пошел... не очень выглядит, не? Ты рофлишь, что ли? Или топчик? Нет, ты рофлишь, это, ну... Напишите, ребят, в комментариях, топчик или нет. Сейчас этот авик можно уже продать за 500 тысяч голды просто. Вот не, просто... мне, кстати, нравится. А убери фильтр, давай просто на инвентарь теперь посмотрим. Ой, что это за инвентарь? Ой-ой-ой. Как красиво. Приведи его за КТ. Го за КТ. Смотри. Не, кстати, ну выглядит на самом деле неплохо. Так, ставим за КТ. Спасибо, Артём! Не, знаешь, вот ты до этого вроде особо прокачки не делал, зато первая прокачка сразу в Sport V2. Я думаю, надо за такое поставить лайкосик и подписаться на Артёма. Ну... И на Капитона. И на меня. И получается на Капитона. С таким-то авиком теперь будете подписаны на начальника, у которого такой крутой авик. Кстати, а почему этот ролик крутой? Выходит на моем канале? А, кто тебе сказал, что он на твоем выходит? Он на моем выходит. Ладно, да на твоем. Капитончик, ну, братский подгонник. Просто странно. Ну ладно, если хочешь, ну ладно. Ладно, ребят, вот такой видос получился. Надеюсь, он вам понравился. Я в шоке, что Артём мне подарил AWB Sport V2. Буду ценить этот скинчик. Правда, не знаю, зачем он сейчас мой Киргол продаю за 0.03. Тыкайте на ролик, который появился у вас на экране. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наши каналы. И всем пока. Покусики.